Привет! Вы на канале Food & Chef и с вами Виктория Лунга. Сегодня мы готовим кукурузный суп с грибами. Объедение, красивый цвет и то, что нужно в летнюю жару. Итак, начнем. Для этого нам понадобится кукуруза. Кукурузу я рекомендую вам брать сразу консервированную. Но если такой не попалось, тогда берите свежемороженую. Возьмем грибы. Грибы вы можете брать на самом деле самые какие захотите. Любимые, белые, лисички, подосиновики, все, что попадется. Или самый обыкновенный популярный набор грибов – это шампиньоны. Есть всегда, везде, в любом количестве, в свободном доступе. Салатный лук, или это может быть лук репчатый, лук-шалот, любой лук, который, опять-таки, у вас завалялся, может быть, в холодильнике или попался сразу в руку, когда вы проходили мимо овощей в супермаркете. Мускатный орех, подсолнечное масло, белое вино и сливки. Время приготовления кратчайшее, способ приготовления легчайший. Для начала нам нужно приготовить кукурузу. Кукурузу мы погрузим в емкость, кастрюлю с высокими бортами. Зальем кукурузу водой так, чтобы полностью покрыть всю массу. Поставим на огонь и доведем до кипения. Емкость консервной банки, в которой была эта кукуруза, где-то 420-450 грамм. Этого будет достаточно для того, чтобы приготовить две порции такого супа. Если вы берете развесную свежемороженую кукурузу, то где-то 450 грамм вам будет достаточно. Сливок вам понадобится не больше 100-150 грамм. Пока закипает кукуруза с водой, нарежем крупно грибы и лук. Чем крупнее мы нарежем грибы и лук, тем вкуснее они будут впоследствии. Почему? Потому что крупно нарезанные овощи сохраняют все свои вкусовые такие качества и готовятся до степени альденте, что очень важно также в этом супе, для того, чтобы мы могли прямо ощутить на зубок, на языке вот эту всю текстуру почти готового продукта. Так, для того, чтобы почистить... То есть нарезать лук, нам нужно его очистить. Одной луковицы для такого супа достаточно. И шампиньонов понадобится где-то, ну, наверное, грамм 200, может быть, 250. Шампиньоны, естественно, как любые грибы, имеют свойство ужиматься, да, и отдавать всю влагу, поэтому их объем фактически станет гораздо меньше от того, от которого, что было в начале. Крупно обжаренный лук – это очень вкусно, очень-очень-очень. Мы развеем сейчас в этом рецепте мифы о невкусном жареном или пропаренном луке, вот увидите. И почти такой же формы, такого же размера нарежем грибы. Нарезаем грибы. И я напомню, что мы готовим кукурузный суп, а этот суп прямо показан всем вегетарианцам. Если вам надоело есть супы какие-нибудь овощные с капустой, фасолью, рассольники и прочее, то это очень хорошая альтернатива для того, чтобы разнообразить ваше повседневное меню. Чаще заходите на наш канал, что-то я вас не вижу там. Давайте побыстрее подписывайтесь. Да, еще много интересного впереди, да-да-да. До конца, нужно смотреть все до конца, потому что именно в конце все самое вкусное. Там можно увидеть, как Саша Сляднев пробует суп. Ой, он так вкусно ест, что хочется подписываться из раза в раз, из раза. Итак, закипела наша кукуруза. Мы дадим ей еще немного покипеть. Она уже не может перевариться, она не может перекипеть, потому что она и так уже была готова в своей консервной банке. А пока что я разогрею сковороду, на которой буду обжаривать шампиньоны и лук. Сначала я обжарю лук, потом добавлю к ним шампиньоны. Лук я не буду обжаривать до золотистой корочки, а где-то на середине готовности его брошу грибы, чтобы они уже одновременно дошли до нужной мне степени готовности. Немного добавлю на сковороду подсолнечного масла. Я ее разогрею, эту сковородочку. Так. Пока разогревается сковородка, я расскажу вам про пряности, специи, которые мы будем использовать для этого супа. Это будет мускатный орех, он цельный. Я предпочитаю вообще, в принципе, использовать цельные зерна всех специй, потому что так их аромат самым правильным образом раскрывается. Например, орех мы будем натирать на терку. Если это черный перец, то он всегда у меня в мельнице. Если это, например, кориандр или красный сушеный перец, то это всегда что-то очень цельное, которое я обычно толочу в ступке. Специи, которые вы можете приобрести упакованные, они заведомо уже не тот аромат имеют и не те качества придают по вкусу разным блюдам, потому что в процессе упаковки, транспортировки и пока они дойдут до вашего блюда, они уже выветриваются, вкус не тот, и это на самом деле потраченные по ветру деньги. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вашего блюда был самый правильный аромат и вкус, лучше воскресным утром прогуляйтесь на рынок и купите цельные зерна, специи. Ими украшайте ваши блюда. Итак, наша сковорода разогрелась, время обжаривать лук, а затем шампиньоны. Помните немного лук.
помогите ему быстрее приготовиться. А сейчас мы сольем лишнюю воду от отварной кукурузы в отдельную емкость. Это понадобится для того, чтобы потом перебитую кукурузу блендером довести до нужной консистенции, чтобы сделать крем-суп крем-супом, а не супом-пюре. Кстати, чем отличается крем-суп от супа-пюре? Крем в супе всегда есть сливки. Слово крем, cream, с английского переводится как сливки, да? А суп-пюре – это суп, который похож по консистенции на пюре, либо суп, который перебивают до стадии пюре. У нас будет крем-суп, суп со сливками. Чуть-чуть уменьшим температуру, добавим шампиньоны. Орех хочет приготовиться раньше времени. Уже горячо. Все-таки немного воды нужно оставить. Чтобы не портить посуду, я перелью всю кукурузу в другую миску. И здесь ее перебью блендером, потом снова верну в кастрюлю, чтобы доготовить. Мешаем шампиньоны с луком. Не забывайте помешивать, чтобы придать равномерную степень обжарки всем-всем-всем кусочкам лука и всем кусочкам грибов. Я чуть-чуть уменьшу температуру. Сейчас у меня температура 180, я доведу ее где-то до 130. В идеале, конечно, супер идеально, по-ресторанному, по правилам высокой кухни этот суп следовало перетереть через сито, но век постоянной занятости, у вас в левой руке наверняка инстаграмчик, что-то там вам звонит по телефону, третий какой-нибудь телефон, да, и надо всем ответить и быть в курсе, поэтому перетирать мы не будем, а будем просто хорошо перебивать блендером. Отлично. Я сейчас буду переливать эту массу обратно в кастрюлю, и вы увидите, насколько он густой. И после мы добавим сливки для того, чтобы, во-первых, придать вкус, а во-вторых, немного разжижить вот эту кукурузную массу. Ну и, конечно, не забывайте, что у нас остался, скажем так, рассол бульона той кукурузы, которая уже варилась. Почти томленные, почти готовые грибы вместе с луком требуют белого вина, который обязательно, ингредиент, который обязательно был у нас в рецепте. Мы добавим его сюда. Чуть-чуть повысим температуру и выпарим вино. А пока переливаем массу обратно в кастрюлю. Добавим немножко собственного бульона. Теперь сливки. Все, перемешиваем. И опять-таки, у вас остался еще бульон. Если вам показалось, что суп достаточно густой, вы всегда можете его довести до нужной консистенции оставшимся количеством бульона. Включим плиту и начнем прогревать, подготавливать будущий кукурузный суп. Здесь выпаривается вино. Позвольте всей жидкости абсолютно выпариться. Итак, суп следует сейчас поперчить, немного посолить. В приготовлении я использую морскую соль. Она мне нравится больше. Скажу почему. Морская соль имеет гораздо больше полезных микроэлементов, чем каменная соль. И сегодня каменная соль перестала меня радовать своим качеством. В ней действительно очень много камней. Если вы ради эксперимента возьмете ложку столовой морской соли и столовую ложку обычной поваренной кухонной соли, разведете водой, то вы увидите, что в обыкновенной каменной соли на дне останутся черные такие вкрапления. Это есть камни, которые остаются в вашем организме. А морская соль абсолютно растворится и ничего не оставит после себя. Только лишь правильно подчеркнутый вкус блюда. Обратите внимание на степень готовности лука вместе с грибами. Дайте им еще потомиться. Я, пожалуй, добавлю еще немного рассола бульона кукурузного в суп. Потому что у нас не суп-пюре, а крем-суп, да? Отлично, вот теперь мне нравится. Еще немного присолю грибы вместе с луком. Мускатный орех. Завершающий этап по специям в приготовлении супа. Натрем его прямо вот так. Мускатный орех, кстати, обязательный ингредиент для соуса бешамель. Подписывайтесь на канал, потому что грядут рецепты с соусом бешамель, такие как, например, вегетарианская лазанья. Именно мускатный орех придает блюдам вот этот прекрасный, утонченный французский шар. Ну что, грибы у нас готовы, суп у нас закипел. Блюдо готово. Осталось что? Осталось его собрать и подать. Это будет божественно. Это очень-очень-очень будет вкусно. Так, и несколько слов про правила подачи этого супа. Основное в этом супе не только кукуруза, но вот эти крупно нарезанные, обжаренные, подготовленные овощи. Их нужно выложить в первую очередь на дно тарелки и уже после залить супом. Такой себе маленький сюрприз. Все грибы скрылись, почти все.
И я скажу, что, наверное, для интриги, да, мы добавим несколько грибов сверху, чтобы все думали, что же там внутри, что же там внутри. Может быть, там внутри мясо? А, нет, это вегетарианский суп. Не менее вкусный. В этот суп влюбятся самые откровенные мясоеды. Немного акцента, чуть-чуть совсем. Акценты липнут к рукам. И пару капель масла. Приятного аппетита! С вами была Виктория Лунга и самый лучший канал с рецептами Food & Chef. До свидания!